В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Яранске арестован 43-летний мужчина, который до смерти избил своего тестя. Мужчина ударил родственника кирпичом, тот 2 недели не обращался в больницу и впоследствии умер. Сейчас зятя обвиняют по 111 статье. Ему грозит реальный срок лишения свободы. По словам обвиняемого Николая, все произошло спонтанно. На улице он увидел Сергея и решил с ним поговорить. Я увидел, что идет по тропке, по этой тропке, вот он Сергей. Я его откликнул, он подошел ко мне. Это был явно недушевный разговор зятя с тестем. Мужчина стал учить папу жизни. Мы начали разговаривать, то, что он не помогает своим родителям. У нас из-за этого получилась ссора. Далее все было, что называется, по-пацански. Мужчины присели на корточки и начали ругаться. Мы сидели на корточках. Я нашел кирпич и ударил его в область задней головы 2 раза. Он нанес ему не менее 6 ударов ногой по лицу. Диалог был недолгий. После избиения ногами и кирпичом родственники разошлись. За медицинской помощью мужчина обратился только спустя продолжительное количество времени после новогодних праздников. Осмотрев, врачи его незамедлительно госпитализировали, стали оказывать необходимую медицинскую помощь. Однако это не привело к должному результату, и от полученных повреждений мужчина скончался. У погибшего была закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени. Если бы он вовремя обратился в больницу, таких последствий, возможно, удалось бы избежать. Следователи установили, что травмы, от которых скончался Сергей, причинил его зять Николай. Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия.